Всем привет! Выходные уже близко, самое время планировать свой досуг. Какую программу готовят в Самаре, разберемся вместе прямо сейчас. На сцене театра «Самарская площадь» покажут «Олигарха». История одной любви и одного испытания. Сможет ли обычная девушка устоять перед ухаживаниями немолодого, но очень богатого человека? Интригу раскроют уже в эту субботу. Самара – лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и пересаженный на берега Волги, писал Борис Пастернак. Как в истории и пространстве нашего города умещаются сюжеты Горького, современная поэзия и культовая проза 20-х, «Бравый солдат Швейк» и пьесы Неверова, «Лев Толстой» и «Алексей Толстой», «Революция» и «Контрреволюция», «Торжество смыслов» и их кризис. Все это самарцев приглашают узнать уже в это воскресенье. Литературный музей организует пешеходную экскурсию «Литературная Самара». 20-летие музея Высоцкого в Самаре отмечают сегодня в областной библиотеке. Здесь прозвучат песни музыканта, а также покажут часть экспозиции. Гости увидят значки, марки, денежные купюры, редкие зарубежные печатные издания, памятные фотографии и другие раритеты. Кто сказал, что в жизни нет места для сказки? Убедиться в обратном самарцев приглашают в эту субботу на Куйбышева 95. Фестиваль «К звездам» пройдет в формате театрализации сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В программе выступления молодых поэтов и исполнителей. Как насчет чашечки черного кофе пятничным вечером? В летнем дворике музея «Модерна» предлагают взбодриться. Создавать атмосферу курортного городка будет джазовый коллектив «Black Coffee Jazz». Смесь классического джаза с ароматной бразильской самбой и босановой, терпкого фанка и острого блюза. На этом все. Всего вам доброго. Хороших выходных.